Скорая движется впереди. За ней следует полицейская машина. Участники движения обязаны освободить дорогу. Если водитель не отреагирует должным образом, то его остановят и составят административный протокол. В ГИБДД пояснили, что подобные операции проходят регулярно. Нынешнюю можно назвать внеочередной. Ее проводят из-за того, что в стране зафиксировано сразу несколько случаев, когда автолюбители не пропускали медицинский автомобиль. Водитель скорой Ильгиз Гусманов говорит, что на анапских дорогах чувствует себя уверенно. Люди стараются пропустить, но попадаются невнимательные, просто невнимательные. Вот, кто, у кого музыка включена, у кого чем, вот дождливую погоду не видно, потому что все вспотело. Ну, людей тоже можно понять.